Понедельник в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков, 0-1 градус днем, ночью 2-4 ниже 0, ветер усилится, южный, юго-западный, 5-7, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем минус 1, ночью 3 с минусом, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, в дневное время минус 1, ночью 3 градуса ниже 0, южный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, днем минус 1, ночью 3 градуса с минусом, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.